Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы КПК Gold Invest. Реальные доходы в реальном времени. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными. Поэтому избегайте близости хрупких предметов. Телец. При желании вы могли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены. Их придется тщательно оберегать. Близнецы. Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело. Рак. Постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может. Лев. Вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться. Дева. Не допустите того, чтобы вами сегодня руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на 2 отопительных сезона вперед. Весы. Размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижимым, а скорее всего просто нереальным. Скорпион. От вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Пригодятся. Избегайте электроприборов. Стрелец. Вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью, но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок. Козерог. Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него искоса и с некоторого расстояния. Водолей. Вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигает перед вами целую гору, для форсирования которой потребуется огромное количество сил. Рыбы. Постарайтесь осмыслить и усвоить те уроки, которые преподали вам ваши же чувства. Особое внимание уделите тем мелочам, на которые, казалось бы, и время-то тратить жалко. Gold Invest в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21, Гай, улица Ленина, 48.